Привет всем, меня зовут Олег, и добро пожаловать на канал «Записки гастарбайтера». В данный момент я нахожусь в Виншоу, и сейчас 5 часов утра. Мы планируем направиться на Мунхилл. Это довольно-таки популярный чекпоинт для большинства скалолазов, но в данный момент данное место, оно закрыто для скалолазов, поэтому мы туда будем пробираться немножко нелегальными методами. По правде сказать, последние лет 5 я не лазил совершенно, и я сейчас, скорее всего, лазить не буду. Я просто поснимаю, как ребята лазят. Возможно, очень-очень простой подъем я какой-нибудь сейчас осилю, но что-то более сложное вообще не в состоянии. Но это на самом деле небольшое приключение. Я думаю, вам будет интересно. Тем более, про Яншоу с этой стороны не так много информации даже в англоязычном интернете. А может быть, получится что-то стоящее. Мы прибыли на место, нам еще около 40 минут ходьбы, и мы прибудем. Давай, давай. Туда, куда надо. Подождите, Дэмиан. Guys, introduce yourself. Hi, I'm Damien. How's it going? We're here to climb Moon Hill. Yes, come on. With Harris. Hi, I'm Harris. Olivia. I must love rock climbing. Get up this early. I think we really love rock climbing. To come up, like, yeah. Okay, we have hot coffee. We don't have time to drink coffee. Oh, okay. So I don't know, like, if we might meet the trail or if we're just going totally the wrong way. Okay, perfect. Мы нашли короткий путь. Фу. Я слишком стар для этого. Вот это и есть Moon Hill. Мы сейчас направляемся туда, нам еще где-то минут 20 идти примерно. Left or right? Is that the way to Odin? Мы почти пришли. Фух. Честно сказать, я уже стар для этого. Буквально какие-то пару лет. Иногда такой подъем я бегом бы сделал. Хотя шучу, не сделал бы. Вообще не сделал бы. Вот только что мы прибыли сюда. Мы потратили где-то 45 минут, чтобы подняться до сюда. Вон девушка уже лазит. Сейчас спустимся вниз. Я, скорее всего, лазить не буду, но вид здесь просто отличный. Помните, в самом начале я говорил то, что здесь нельзя лазить. Так вот, только что пришел охранник, и мы ему сказали то, что нужно подняться наверх и забрать часть нашего оборудования, которое мы оставили наверху, и после этого мы уйдем. Он что-то написал, видимо, менеджменту, и вот сейчас наш товарищ сделает еще один подъем, и мы, видимо, отсюда уйдем.
couldn't switch hands. In the hole? Or in the yeah, in the upper left hole there was a hole, and I had it with my left. Администрация парка спалила нас. Yeah. Даже не знаю, что делать. Либо платим штраф, либо сбегаем. Как-то не очень. Только что мы заплатили штраф в размере 150 юаней, хотя они хотели от нас 5000 юаней в качестве штрафа. Мы как-то договорились, но уже обратно нас не пустили, и мы сейчас идем просто позавтракать. Не лазить. В поисках еще одной точки для того, чтобы полазить. Мы немножко заблудились и сейчас находимся в небольшой китайской деревушке, точнее гулинской деревушке. Ну, в принципе, такое милое местечко. Надеюсь, вам видео понравилось. Мы, конечно, не должны были нарушать правила. К счастью, мы нарушили именно правила, а не закон. То, что улезли туда, в парк, и лазили без разрешения. Но, опять-таки, важный момент. Вы должны понять то, что все ребята, которые участвовали в этом видео, они лазят довольно-таки долгое время. И даже у меня есть года 3 опыта, включая Water Solo и 7B. Дэмиан вообще по 6 месяцев в году просто ездит, именно лазит, путешествует, ну и в таком стиле. Харрис является инструктором по скалолазанию и выживанию. Оливия является чемпионкой Австралии по скалолазанию среди юниоров и лазит 6 лет. Соответственно, все люди, которые участвовали в данном видео, имеют определенный опыт и в скалолазании, и в альпинизме. А так, без опыта лучше этого не делать или делать профессиональным инструктором. Но Мунхилл по-прежнему остается именно тем местом, куда ездят почти все скалолазы, которые являются легендарным местом в Китае. И в любом случае, надеюсь, данное видео вам понравилось, и не делайте так, как мы сделали.